пул-бар или бар около бассейна. Справа кальяны, они видны около стены. Не знаю, платно-бесплатно, но народ дымил. Стульчики стоят. Треугольник деревянный, это для чаевых. Дальше слева выдвигается, сейчас на видео, это основная стойка, где происходят заказы. Мужчина убирает справа от него две чаши. Одна с холодным кофе, насколько помню, а другая с молочным коктейлем. Ступеньки идут к стойке бара. Это для того, чтобы они поднимались и делали заказы. Там бассейн начинались, алкогольные коктейли. Безалкогольный большой достаточно выбор бесплатных. Далее у нас идут различные напитки, в том числе вино, белое, розовое, красное, кола, фанта и так далее.